Каждый гость праздника был окутан вниманием и заботой. В этот день виновников торжества с приятными подарками встречали не только специалисты Центра социального обслуживания. Неожиданный сюрприз ждал прямо в фойе – выступление муниципального оркестра народных инструментов имени Виктора Яковлевича Денцеля под руководством Антона Благова придавало празднику особую атмосферу. В эти дни по всей стране славится мудрость и жизненный опыт, а дается дань уважения к старшему поколению. В знак признательности с поздравлениями к солидным людям города обратился глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Евгений Никитин. В этот праздничный день примите самые искренние и теплые слова благодарности и безмерное уважение за ваш труд, за вашу силу духа, искренность и любовь к родному городу. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья. Пусть всегда над вами будет мирное небо. Пусть всегда вас радуют ваши родные и близкие. Музыкальные поздравления преподнесли и творческие коллективы Ленинск-Кузнецкого. На сцене Дворца культуры и искусства выступали детские коллективы, сольные исполнители и ансамбли со своими лучшими номерами. В зале собрались люди разных профессий и с разной судьбой. Но находясь на заслуженном отдыхе, каждый нашел себе дело по душе. В основном, конечно, помогаю детям, маленьких внуков растить. Ну а так, чтобы не скучать, хожу в хор ветеранов. Третий год уже состою в литературной группе «Прометей». В Союзе кузбасских писателей 10 лет состою. Состою в обществе инвалидов наших городских. Вообще скучать некогда, и времени мало остается. Я водитель, всю жизнь водителем отработал. Последнее время в Ленинск-Кузнецком ПТП-2, 33 года отработал. Чем занимаюсь? Отдыхаю, да, встречаюсь с друзьями. Жизнь прекрасная, такая прекрасная жизнь. Живи, не хочу. Этот день не говорит о возрасте. Он напоминает о том, что необходимо благодарить людей за труд, мудрость и теплоту. Хотя следует помнить, что внимание и заботу нужно дарить каждый день. Думай только о хорошем, думай о любви. Снег пройдет, все запорошит, чистым станешь ты. Ты начни свой шаг, как в детстве, как учила мать. Все мы выходцы из детства, вся земная рать. Будет добрая дорога для тебя, и оставишь у порога всю себя. Солнце ясное засветит, зло уйдет. Главным будут наши дети, наше все. Елена Беляева, Павел Желтиков, Реа Ленинск.